30 июня в МВД России по Магаданской области состоялся брифинг, на котором временно исполняющий обязанности начальника отделения по делам несовершеннолетних городского округа внутренних дел Наталья Цветкова рассказала о профилактике подростковой преступности. За прошедшие 5 месяцев в Магадане 27 несовершеннолетних совершили 31 преступление, и 9 из них уже совершали их ранее. Кроме этого, сотрудники полиции поставили на профилактический учет 51 ребенка. Всего на данный момент на учете состоят 122 несовершеннолетних, в том числе 2 условно осужденных и 60 законных представителей. Чтобы не допускать повторного совершения преступления, с ними проводятся профилактические работы. Для того, чтобы разнообразить работу с подростками, сотрудниками ПДН применяются различные формы, а именно проводятся оперативно-профилактические мероприятия, такие как подросток-семья, подросток-алкоголь, акция «Спорт – это жизнь». Мы взаимодействуем не только как сотрудники полиции между собой, но и с общественными организациями, такими как Юнармия или Казачество, с которыми также мы совместно выходим и совместные рейды, и профилактические мероприятия проводим в учебных заведениях. Нужно помнить, что поведение ребенка прежде всего закладывается в семье, поэтому во избежание правонарушений своего ребенка родителям нужно разговаривать с детьми, быть в курсе их проблем и переживаний, а также быть для них примером.